That's better. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us. We have with us our very own Swan, Julia Le. I'm going to get this wrong, Lebedeva. My pronunciation is terrible. I said it perfectly earlier, but Yeah. anyway. So Julia has been someone I met a few, well, about a year ago, I suspect. Invited me to various events and enchanted me along the way. She has been involved with Nivasoft on their public relations since 2009. And she's going to take us through a little journey, showing us some case studies of how Nivasoft look at the details, the attention to detail, and how important that is if we're going to make the best download possible for our game title. And really understanding what makes it, what makes the app stores tick, and how we're going to use these to our best advantage. But then you don't want to hear me talk about it. I'll pass you straight over to her. Okay, thank you very much. What a nice introduction. That's actually nice when people say good things about you. Доброе утро тем, для кого утро наступило недавно. Добрый день остальным. Очень рада вас всех здесь видеть. Вы знаете, я сейчас листала журнал, который вчера при регистрации выдали всем в сумках. Здесь 10 интервью с известными в индустрии людьми, с известными компаниями на тему мобильных игр. Это журнал, специально сделанный для Casual Connect в рамках нашего сайта uptotop.ru, новостного ресурса для мобильных разработчиков. Знаете, я его листала, и мне пришла в голову такая мысль, что сделать такой журнал 2-3 года назад смысла не имело бы никакого. Ну, во-первых, здесь вот такие QR-коды, линки. Пару-тройку лет назад никто бы не смог прочитать эти интервью, просто потому что не смогли бы считать QR-коды и перейти. Мобилы тогда не те были. Ну, а во-вторых, вообще, знаете, как-то всех очень мало волновало, что там происходит на мобильных платформах, и игры для них делать никто особенно не планировал. О чем все это говорит? Это говорит о том, что мы с вами, в общем-то, и так прекрасно знаем о том, что за достаточно короткий период времени рынок изменился невероятно просто. Сейчас делать мобильную игру — это модно. Знаете, плох тот девелопер, который не мечтает сделать мобильный хит. Сейчас игры делают все, даже те, кто понятия не имеет, как их делать. Что, в общем-то, хорошо, потому что шансы выстрелить, они все-таки есть, да? У кого-то может получиться стать известным, сделать новый Angry Birds. Но я сегодня хочу поговорить не о том, как сделать мобильный хит, не о том, как занять все верхние строчки во всех топах. Я хочу поговорить о том, что есть, наверное, у каждого разработчика, который приехал на Casual Connect. О старых добрых казуалках. Дело в том, что переделывать старые проекты особо никто не хочет. Портировать легко, да, но вот заниматься игрой, которая была сделана 5 лет назад, 3 года назад, никто не хочет. Все хотят делать новые игры специально под платформы. И есть мнение, что у таких игр шансы на успех больше. Я, в общем-то, с этим мнением согласна. И тем не менее, казуальные игры для PC все-таки они есть. Я хочу рассказать на примерах, на 6 кейсах о том, как можно выжать по максимуму из этих уже имеющихся игр, из их мобильных версий. Что мы делаем, какие небольшие изменения мы вносим, с какими деталями мы работаем для того, чтобы эти игры разработчику могли принести максимум скачиваний и продаж. Итак, первый кейс. Наверное, только ленивый не говорил о том, как важна иконка и промо-материалы. Говорила я миллионы раз, все выступающие на эту тему говорили, и все-таки, когда заходишь в App Store, иногда удивляешься, почему разработчики все-таки или издатели к этому не прислушиваются. Иконка, безусловно, важна. Вопрос в том, во сколько вам может обойтись ошибка. Чего стоит неправильно сделанная иконка или чего стоит сделать правильная иконка. Пример нашей игры Magic Academy, когда она вышла на iOS, у нее была вот такая иконка. Потом, когда мы портировали игру под Android, недолго думая, просто оптимизировали уже готовые промо-материалы и залили игру, собственно, на Google Play. Но, к сожалению, мы не увидели того количества закачек, которые ожидали. То есть траф на игру шел, клики были, причем трафик такой очень таргетированный. У нас есть рекламная сетка, которая позволяет, например, взять и перенаправить траф с других hidden objects на вот новый hidden object. То есть люди на игру обращают внимание, смотрят, но не качают даже бесплатную версию. В таких ситуациях почти со 100% вероятностью можно говорить, что проблема в
в оформлении. Что-то не так, что-то пользователей смущает, они смотрят и не хотят качать даже на халяву. В общем, мы иконку подумали и изменили. Сделали вот такой. Что это дало? Изменение иконки привело к тому, что закачки игры увеличились на треть. Плюс 30%, при этом более высокая конверсия. 30% — это достаточно много. И 30% закачек — это то, что может дать такая небольшая деталь, казалось бы, да, как иконка. Кейс номер два. Как я уже говорила, переделывать старые казуальные игры полностью никто не хочет. Хочется поскорее как-то так раз и начать их продавать на мобильных маркетах. Но проблема этих игр в том, что это все конечные продукты. То есть пользователь скачал, поиграл и забыл. В то время как мы, конечно, с вами знаем, что сейчас free-to-play игры, да, приносят больше всего денег. И всем, в общем-то, хочется сделать free-to-play игру, что гораздо сложнее. Что можно сделать, не прилагая каких-то мега-усилий? Мы добавляем элементы free-to-play в казуальные игры. Здесь два скриншота. Первый — это игра Dreamland, это квест Hidden Object. Hidden Object почти во все мы добавляем встроенные на purchase, продаем хинты. То есть за реальные деньги можно купить пак подсказок. И вот я, например, терпеть не могу сцены с поездком. Я бы с удовольствием купила бы себе подсказочек. Но у меня читы есть, мне не нужно. А вторая игра Land Grabbers — это стратегия. Здесь мы продаем виртуальную валюту. На нее многого не сделаешь, но на нее можно купить заклинания, которые позволяют разнообразить игровой процесс, победить всех врагов и стать самым крутым. Элементы free-to-play, встроенные в казуалки таким образом, дают плюс 10% дохода. Это не то чтобы мега много, но это очень и очень хорошо. Небольшая деталь — продажа чего-то маленького in-app purchase в портированной казуальной игре. Дают вот такую цифру. Кейс номер три. Все знают, никто не поспорит, аналитика — это важно. Аналитику все в игры встраивают. Проблема наступает в тот момент, когда данные с аналитики приходят, а что с ними делать, совершенно непонятно, потому что много разных цифр. Люди некоторые пытаются найти специалистов, которые бы в этом разбирались, а таких специалистов на рынке не существует. Ну, тех, кто бы занимался именно разбором аналитики мобильных игр. Мы всегда знали, что это важно, но вот действительно анализировать стали, наверное, ну, последние, может быть, полгода. И я хочу привести пример, что может дать аналитика. Например, вот это график процента отваливающихся пользователей. Да? Когда игрок начинает играть, в какой-то момент ему надоедает, что-то происходит, он уходит. Игра Shapeshifters, мы обратили внимание, что на шестом уровне отваливалось больше людей, чем на других уровнях. Почему важно вот это отследить? Если речь идет о бесплатной игре, то шестой уровень означает, что пользователь даже не успел дойти до точки монетизации. То есть вы на него потратили денег, он пришел, скачал, сделал усилия, раз, и что-то пошло не так, он денежку вам не заплатил. Если речь идет о платной версии, то здесь проблема еще важнее. Не проблема, даже скорее, это еще важнее, потому что пользователь вам уже отдал деньги. Да? И если он не получит удовольствие за свои деньги, столько, сколько хотел, он имеет все основания бренду перестать доверять и следующие проекты никогда не качать. А еще лучше рассказать всем своим друзьям на Фейсбуке, какая это плохая компания, никогда ничего у нее не покупайте. Поэтому очень важно такие моменты отслеживать. Что в итоге получилось? Слева скриншот того, как было, справа того, как стало. Вот такая маленькая деталь, изменился угол наклона ветки. Оказалось, что был не откалиброван баланс сложности, и шестой уровень, то есть это игра пазл, да, здесь нужно догадаться, что делать. По скриншотам, наверное, сложно догадаться. Так вот, шестой уровень был слишком сложный. Неискушенные игроки начинали втягиваться только в игру, потом доходили до шестого, ничего не получается, психанули и закрыли игру, и все, и больше никогда не придут. Изменили чуть-чуть загадку, сделали ее попроще, и, собственно, уровень отваливающихся пользователей снова стал нормальным. Это порядка 1-3%. Деталь, которая приводит, может стоить проекту жизни. Четвертый кейс
касается, раз уж мы заговорили о лояльных пользователях, касается работы с аудиторией. На все игры люди пишут комментарии, пишут свои мнения. Бывают эти мнения очень интересные. У нас есть игра «Мистер Виль», ей 6 лет. Она была на PC, Hidden Object. Игра успешно все эти годы продавалась на 10 с плюсом языках во всем мире. Никогда с ней не было никаких проблем. До тех пор, пока мы не выпустили Android-версию на Amazon Market. В игре есть такой чудесный персонаж, китаец, который говорит с китайским акцентом. Типа, девушка, вы, конечно, симпатичный, но у меня есть свой проблем. Причем без озвучки, просто текст. На английском тоже он немножко исковеркан. Причем персонаж достаточно положительный. Он умный, он дает какие-то хорошие советы. Но бдительные американские пользователи, конечно же, решили, что это просто дискриминация китайцев. Нас начали обвинять в нацизме, в расизме. Сказали, что вообще Гитлеру до нас далеко, потому что вот так поиздеваться над китайцами, это просто нормальным людям даже в голову не могло бы прийти. Вот. И хорошо бы таких людей было парочку, да? Но мы писали, ну и ладно. К сожалению, эта волна негатива, она имеет очень хорошую виральность. Виральность приходит не тогда, когда она нужна. Здесь скриншот нескольких комментариев. Особенно мне нравится один из них, где человек пишет, что, мол, как вы могли, как же так, я никогда ничего у вас не скачаю и не куплю, я даже эту игру качать не буду. То есть человек даже не играл, то есть он не видел ни скриншотов этих там, да, ничего. Он почитал, что другие ругаются, и говорит, как вы могли, как вам не стыдно, говорит, ничего я качать у вас не буду. Нам приходили гневные письма на e-mail, то есть там реально целую компанию против нас организовали, ставили единицы проекту. Amazon нам уже написал, ребята, как бы, что у вас там с игрой происходит. Они перед этим причем пофичерили сами успешно. Вот. Собственно, пришлось взять билд 6-летней давности и заменить китайцу речь, переписать ее, залить апдейты на все маркеты, где она продавалась, в том числе и на другие платформы, потому что, в общем-то, как я уже сказала, виральность у таких штук очень высокая. Соответственно, мы написали пользователям в комментариях, что мы исправились, мы написали в описании апдейта, что теперь все пофиксили, мы написали Амазону, ответили на каждый имейл, что нам очень стыдно, и теперь мы будем дальше работать на благо всего человечества. Вот, они как-то успокоились, в общем, и оценки вот с единиц стали, ну, средняя оценка стала где-то 3-3,5, насколько, когда я последний раз смотрела. Вот такая вот деталь, как несколько фраз с китайским акцентом может поднять целую компанию, может поднять людей на то, чтобы бороться с издателем и разработчиком. Следующий кейс касается Android-маркетов. Сейчас мы говорили про Amazon, да? Есть и другие, естественно. Многие думают, что если есть игра на Android, достаточно запустить ее на Google Play, и все будет хорошо. Но если в случае с iOS-играми выбора-то, кроме как App Store, особо нет, то в случае с Android-играми одного Google Play совершенно точно недостаточно. Ну, представьте, например, что вы, не знаю, к мужчинам, наверное, страшно обращаться с таким примером, но все-таки, что представьте, что вы умеете хорошо шить рубашки. И вот вы шьете рубашки замечательные, и каким-то образом вам удается договориться с модными брендами, со всеми, чтобы они эти рубашки у вас покупали. Допустим, они берут вашу рубашку, лепят туда свой лейбл и продают уже, соответственно, через свою сеть под своим брендом. Человек приходит в торговый центр, и в какой бы магазин он ни зашел, везде он может купить вашу рубашку, пускай с другой этикеткой, вы, соответственно, с этого получите процент с продаж получите. Вот с Android-маркетами ситуация обстоит примерно таким же образом. Чем на больших маркетах игра представлена, тем к более широкой аудитории вы получаете доступ, тем больше продаж, тем больше, соответственно, денег. Приведу несколько примеров. Запуск игры на GetJar в 2 раза увеличивает загрузки на Google Play. Игра на Амазоне, опять же, другая, да, когда она была в категории Hot New Releases in Games, в течение недели она там держалась. Так вот,
каждый день она делала продажи в 2.5 раза больше, чем эта же игра делала на Google Play. Вообще, Amazon, когда фичерят, там вообще все хорошо. Я думаю, у этого маркета очень большие перспективы. Что касается альтернативных Android-маркетов. Я говорю о тех, о маркетах, например, сотовых операторов типа Verizon, Vodafone, о маркетах вендоров типа Samsung, ну и о разных других типа Opera и так далее. Считается, небезосновательно считается, что на этих маркетах денег нет. Это правда, там их очень мало. Но я предлагаю немножко посчитать. С каждого такого маркета одна средненькая игра может принести, ну, допустим, порядка $200 в месяц. Ну что такое $200? Да? Ни о чем. Теперь представьте, что таких маркетов 5. Их чуть больше, да, но вот, допустим, игра размещена на 5 маркетах. Да? И в год таким образом одна игра, размещенная на всех этих маркетах, может принести $12 000. Просто так, дополнительно. А теперь умножьте эту цифру на количество имеющихся у вас проектов. Особенно те разработчики, у которых игр много в портфолио. Получается достаточно неплохая цифра. При том, что усилий, затрат на оптимизацию проектов под эти маркеты особо больших и не требуется. И последний кейс, 6-й, он касается SEO-оптимизации. Когда игра готовится к релизу в разных сторах, на разных маркетах, приходится ее, естественно, под эти маркеты оптимизировать. Но арт оптимизировать здесь выбора нет, потому что картинки другого размера, они просто не зальются. Да? Арт оптимизируется, а вот про, например, описание часто забывают. Здесь пример описания одной и той же игры на App Store и в Google Play. Желтым справа это хайлайты слов, кейвордов. В описании на Google Play очень важно использовать кейворды, чтобы повысить позиции игры в поисковой выдаче. При этом такая вот маленькая деталь, да, даже APK-файл билд игры нельзя называть как-нибудь типа билд 515 версии, да, потому что если в название билда вбить кейворд, это тоже очень многое дает и шансы игры значительно повышает. Обобщая все вышесказанное, хочу сказать, что да, детали очень важны, но, как и в любом деле, к ним необходим комплексный подход. Нужны люди, которые будут эти детали находить, придумывать, что с ними делать. Да? Нужен опыт, нужно понимание того, что происходит. Такой подход может дать издатель мобильных игр. Хочу сказать, что, например, в Neversoft, если мы за какой-то проект беремся, даже если нет ожидания того, что игра должна взорвать все топы, да, мы никогда проекты не бросаем и из каждой игры стараемся выжать максимум, работая над деталями в том числе. Если у вас есть проекты, пишите, мы их с удовольствием рассмотрим и обсудим условия. Спасибо. Перевод сейчас тем, кто по-русски не понимает, им продолжают переводить сейчас. Я все еще выступаю в их ушах. I was saying that you are still listening to translations. I am. It takes quite a while. But the guys are great. You know, the translation's amazing, so it really helps. So do we have any questions for Julia? Ah, look at that, sea of questions. Do we have a mic or this is going to be an interesting one. Let's do that. Because if it's in Russian, I'm going to struggle. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Меня волнует такое уточнение. Почему милое личико какой-то королевишны вместо дракончика? Вопрос от мальчика. Все поняла. Смотрите, какая штука. Казуальные игры, как все мы знаем, имеют аудиторию женскую. Ну, большая часть как минимум в России, как минимум 50-50, да, в Америке, если к фишам обратиться, 70-80% женщины, да. Что изображено на женских журналах? Вспомните. Я понимаю, что вы не читаете, да? Ну, Космополитен, представьте себе, да? Там накачанных мускулистых мужчин или мускулистых драконов на обложках, как правило, нет. Как правило, это тетеньки. Вот. Тетеньки любят картинки с другими тетеньками. Вот. Поэтому в игре
собственно, женских персонажей много, действительно, как правило, особенно раньше казуалки делались, когда играешь от первого лица именно девушки, да, поэтому, и если посмотреть, кстати, на другие hidden objects на мобильных платформах, даже не изданные не нами, а другими издателями, вы заметите, что на очень многих стоит лицо чьё-то, девушки, как правило, да, и наша догадка оказалась верна, действительно, вот тетенька стала привлекать... миловидное лицо стало привлекать других миловидных игроков. Вот. И мы, в общем-то, сейчас ждем апдейта на iOS, в том числе, потому что мы там тоже решили дракончика сменить на девушку. Спасибо за вопрос. В микрофон только лучше, да, чтобы переводили. Я бы тоже хотел уточнить по поводу тетеньки. То есть хотелось бы выделиться из толпы всех приложений. То есть все нарисовали красивых тетенек, и они, ну... ассоциацию как-то хочется провести с тематикой игры все равно? Ну, иконка, она очень маленькая. Главная задача иконки — быть привлекательной. Иконка — это то, что пользователь видит вообще в первую очередь. Я в прошлом году делала презентацию другую, не буду говорить название. Я проводила аналогии с тем, как издательство игр очень схоже с процессом, когда мы ищем себе пару в жизни. Да? Так вот, я задавала такой вопрос. Вот на что вы первым обращаете внимание, когда видите человека противоположного пола? На лицо, говорят, да? Ну, кто-то на другие части тела, неважно. Это всегда внешность. И вот если вам девушка понравилась внешне, да, вы, возможно, захотите дальше поговорить с ней, ну или что-то еще с ней поделать. Вот. А с приложениями дело обстоит совершенно так же. Вот если пользователю иконка понравилась, он может захотеть зайти туда и, возможно, скачать. Вот. Ну, нужно, значит, рисовать красивых тетенек на иконках. Выделиться, ну, например, если вы... обратили внимание, на иконке там еще был такой язычок с логотипом Невасофт. С какого-то момента мы все издаваемые игры стали иконки на них делать с логотипом. Это помогает, например, очень сильно в России, где у нас есть уже аудитория, наработанная за много лет работы на российском рынке. Люди знают бренд. Вот. Дальше, если игроки, например, когда-то играли в нашу игру, они могут запомнить, да, эту штуку, идентифицировать. Вот. И если игроков не обижать, а пытаться сделать, чтобы им было хорошо, то, как правило, например, такая маленькая деталька, она тоже будет работать на издателя, на нас. Спасибо. Здравствуйте. Меня интересует вопрос с работой с комьюнити. Вот вы говорили, у вас были проблемы. Можете сказать, насколько это трудоемкий процесс, ну, например, в отношении времени? Ну, видите, здесь ситуация какая. Если в игре есть, если комьюнити недовольна по какому-то весьма объективному факту, да, то есть, ну, с их точки зрения объективному, что-то есть в игре, что им не нравится, как был пример с китайцем. Здесь работай не работай с ними, пока в игре это не исправится, они возмущаться не перестанут, да. Как правило, с комьюнити у нас работает техподдержка. Техподдержка у нас круглосуточная, на всех языках обрабатывает запросы. Вот, и они отвечают, соответственно, на все имейлы. Иногда им помогает маркетинг, когда вот такие ситуации, да, но тем не менее. Они отвечают могут в Фейсбуке и так далее. Главное, как показывает практика, человеку, если это ну, не вот такой критичный баг, когда компания начинается, главное человеку дать понять, что его запрос не ушел в никуда. То есть даже если пофиксить сразу что-то не удается, главное человеку написать: чувак, все в порядке, мы твой запрос приняли, мы над ним работаем. То есть это уже очень важно. В штате техподдержки, ну сейчас, то есть она не вся в офисе, да, есть аутсорсеры, порядка, по-моему, там 5-8 человек, которые работают по сменам. Юля, а вы не подскажете, мы вот вчера заметили, что Google Play изменил рэнкинговый механизм в топе. Вы что-то уже знаете про это? Можете как-то прокомментировать? Я, к сожалению, сейчас не могу, но я вот начинала доклад с журнала UpToTop, сайт uptotop.ru. Там выходят новости, и если Google об этом объявил, новость 100% у нас уже есть об этом. Я надеюсь, что мои коллеги меня не подведут, пока я здесь. Если нет, то вот-вот появится. И
Можно там к статьям писать комментарии, можно, кстати, обсуждать эти дела. Вот я сейчас не могу прокомментировать. Thank you very much, Julia. Thank you.